Во Вроцлаве белорусы создали живую цепь солидарности в поддержку политзаключенных своей родины. В последние месяцы мы много говорили о ситуации в Беларуси, и все труднее находить новые слова. 14 марта во Вроцлаве была организована цепь солидарности с белорусскими политзаключенными. Их количество растет практически день ото дня. Около 15:00 на рыночной площади во Вроцлаве собралось около 100 человек. Они выстроились в квадрат вокруг ратуши. В руках держали плакаты с изображением политзаключенных. В акции приняли участие и женщины со страйки «Кобет», поляки и украинцы. Многие подходили и спрашивали, что же происходит. Сама акция прошла около часа. В конце все запели песню «Муры». Полиция охраняла и следила за порядком. Белорусы собираются на манифестацию по средам, субботам и воскресеньям.